Всем привет! Вот очередная посылочка с AliExpress. Значит, здесь должно быть защитное стекло или пленка на телефон. На телефон вот в такой коробочке, на Дуги там, Дуджи X5. Покупал я его племяннику. И не знаю, что раньше выйдет видео какое. Племяннику ко дню рождения этот телефон. Вот. Но так как они у меня любители резко расколоть все телефоны, все стекла, я так позаботился чисто. Может быть, на чуть-чуть подольше хватит. Хотя бы на 2 дня. Так. Что мы имеем? Для датчика есть, для камеры нету. Круто. Конечно, может быть, камера и должна быть под этим. Но в принципе, пускай так и будет. Наверное, так и должно быть. А так по размерам подходит. Ну, в общем, не буду показывать, как ее клеить. Это 500 раз. 500 у всех, короче, есть это. Кому не лень, это видео, как клеить. Телефон новый еще вот. В пленочке, даже в заводской. Ладно. Наклею. Будет ему подарок. Насколько долго, конечно, это все продержится. Все. Ничего тут интересного. Быстрая распаковка. Быстро прислал. Быстро отправил. Вот еще у нас посылочка с AliExpress. Здесь должен быть тачскрин. На всем известный мой всестрадальный планшет Irbis TX22. Так, это стекло продержалось, по-моему, 2 дня. Ее благополучно раздавили, сели на нее. Вот защитная пленка держится, а стекло, кранты пришло. Недоделка, значит, какая-то в этом планшете, что очень высоко стоит. Я так понял, стекло это уже какой раз. Нажимает и все, и лопается. Вот. Ну и брат его взял и добил. Молодец, конечно. Слов нету. Это последний раз я, наверное, делаю. Ножичек-то острый, видите, сразу забивается, липнуть начинает. Ну, так вот, шлейф цел. Вроде он. Датчики. Для датчиков синенькое какое-то. Ну, осталось поставить. И все. Ну, не буду показывать, как ставить, что уже есть такое видео. Короче, быстрая распаковка. Это, в принципе, для того, чтобы убедиться, что все цело. Ну, все. Ставим лайки. Подписываемся на канал.